Винилбензол, оксид кальция и хлорид магния. Гимназия номер 2 славится талантливыми учениками. Сегодня мы в гостях у юного гения химии, в копилке которого бесчетное количество наград не только республиканского, но и международного уровня. Глеб Боровой на раз щелкает задачи и выводит свою формулу успеха. Периодическая система химических побед Бобруйского Менделеева впечатляет. Самые ценные, конечно, медали с международных состязаний. В этом году получил золотую медаль по результатам участия в 57-й международной Менделеевской олимпиаде, которая проходила в Республике Казахстан, в городе Астана. А первая моя медаль на международной олимпиаде, которую я получил, была получена мной, завоевана мной в Азербайджане, в городе Баку. И это была медаль за олимпиаду по точным наукам, по физике, химии и математике. Мечта становится реальностью. Кладезь наград юного дарования пополнилась бронзовой медалью 55-й международной химической олимпиады. Интеллектуальное состязание в Цюрихе собрало 348 лучших школьников из 87 стран мира. Бобруйчанин справился даже с такой конкуренцией. Это самая крупная и самая значимая международная химическая олимпиада в мире. Конечно, в первую очередь эмоции, которые я испытываю при победах, это радость, а во-вторых, это, конечно же, ощущение награды за долгий упорный труд, то, что вся работа была проделана не зря. Лаборатория подготовки талантов. В гимназии номер 2 потенциал учеников приумножает Елена Венглинская. К слову, совсем недавно опытному педагогу присвоено звание «почетный гражданин». Секрет успеха в безграничной любви к своему делу. Победа дает цепную реакцию. Ребенок победил раз, ему это очень понравилось, это адреналин, это все. Он дальше побеждает, дальше движется, совершенствуется. Теперь Глеб Боровой – студент лучшего университета страны. Его фамилия – одна из первых в перечне зачисленных на специальность «фундаментальная химия». После внушительного списка наград вуз принимает абитуриента без вступительных испытаний. В будущем я собираюсь быть химиком-исследователем, поэтому эта специальность, она дает, даже ее название «фундаментальная химия», оно само за себя говорит, что она дает такой фундамент для дальнейших различных исследований. То есть я сразу получу диплом магистра после 6 лет университета и смогу пойти с ним в аспирантуру. Физическая, аналитическая и квантовая химия любви. Впереди у юного гения новые достижения, научные открытия и грандиозные мечты. И с таким бэкграундом за плечами у подростка точно все получится. Елизавета Липеева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.